И всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Кирилл Геймер, Сахар, ЛТВ, Гусанёк, People, Угабуга, Дэн, пацаны, поздравайтесь! Привет! Всем привет! Всем привет! Однако, всем здравствуйте! Сегодня будет у нас очень классный ролик, потому что мы скачали офигенную карту с здоровенной дырой посередине и будем скидывать друг друга туда на машинах. Если тебе эти кошки, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться! 3, 2, 1... Погнали. Смотрите, как это круто смотрится. Я уже просто немножко подобался на этой карте кататься, я вот так не упаду. Смотрите, я прям по вертикальной стене еду. И не падаю. Представляете, как это круто сделано? Смотрите. Офигенно. Ребята, ставим лайкосики и подписываемся на канал. Блин, да чуть не упал. Сейчас упадет, чувак, смотрите. Первый ушел. Ну кто? Кто у нас там лох? ЛТВ! Так, ну естественно, ты поддался. Молодец. Да, карта, кстати, такая не маленькая. Вот сейчас еще они столкнутся, и кто-то упадет из них. Да, типа наблюдаем. Ой-ой-ой, вы рядом, пацаны, проехали. А кто там выезжает? Я. Молодец, надо тебе скинуть. Ой, Дима сейчас сам упадет. Нет, я выживу, смотрите. Смотрите, смотрите, я выжил. Ай, блин. Ё-моё, блин, ну это первый, блин, комом. Я наподлобаюсь еще, я покажу, как надо играть. Как он круто ездит, это просто классяк. Ну у него тачка медленная, поэтому у него есть шанс сейчас просто свалиться. Как так? Выехать. Саня. Эй, Гусанёк, машина гневит. Живой. Да ладно, как ты не упал? Ну яма просто гигантская. А кто до вас ездит на развалюхе этой? Это Дэн. Дэн, ты молодец, ты красавчик, хорошо получается. Так, давайте понаблюдаем, кто у нас еще тут живой остался. Раз, два, три, четыре. 5, 6. Что, мы только вдвоем чуваком свалились? ЛТВ и я? Мы умерли? Втроем. Там еще People умер. А, все, втроем. Ладно. Гусуня, как тебе машина? Нормально? Кстати, если машина остановится, то тоже будешь считаться, что ты проиграл. Не знаю. Саня, жопа горит. Пацаны, а чего вы в яму не едете? Чего вы по кругу ездите? Это не стыкуны. А я сейчас начну гравитацию менять, если вы не будете ездить нормально. Вы что думаете, будете так долго ездить? Так, заходим в настройки сервера. Ой-ой. Увеличим гравитацию. Мы с Саней горим. Это хорошо. А, хорошо, давайте уменьшим гравитацию. Ой-ой-ой-ой. Ой, хорош, хорош. Мы сейчас вылетим. Не, не вылетите. Привет, Саня. Привет. Поехали. Значит, машина не встала. Кирилл сзади едет еще на своем дрон-малете. Так, наблюдаем, как они тут катаются. Давайте немножечко им гравитацию уменьшим. Ой-ой-ой-ой-ой, и резко увеличиваем. Вот, Дэн, прощай, ты был хорошим человеком. Нет, да ладно. Дэн не упал, представляете? А нет, все. Смотрим, как он падает в эту здоровенную яму. Прощай. Бум, все, Дэн слился. Короче, все, я заглох, поэтому я бы это, в яму упал. Давай. Че, Кирилл, хотел по крысиному меня скинуть? Нет, я уже сам умру. Гусанёк, ну что поделает? Крысы должны быть в каждом ролике. Есть, Гусанёк слился. И еще у нас кто-то слился. Я, Угабуга. Так, да. Смотрим, кто у нас там в живых. Двое человек осталось всего? Ну, геймер и... Давайте, пацаны, да, скорее, вам надо друг друга скидывать, потому что я хочу в следующем раунде еще классно повыживать. А, едьте геймер туда, ближе к центру, дыры едьте большой. Чего вы тут выживаете? Это уже неинтересно. О, давай покажи, кто на этой фиолетовой машине ездит. Как надо вообще здесь классно выживать? Смотрите, как он красиво едет. Вот это именно жесткое выживание. Так, давайте посмотрим, как это с этой стороны смотрится. Ну зачем ты останавливаешься? Надо было ехать! О, живой! Да ладно! Нет, все. Да. Так, кто у нас выжил? Кирилл. Я подался тоже. Красавчик. Так, пацаны, давайте этот раунд сделаем на грузовых машинах. Давай. Автобус или грузовая любая машина, которую вы хотите? Да. Ух ты, ё-моё. О, я возьму все-таки, наверное, автобус. Это будет прикольно. Пусть он не такой быстрый, но он классный. 3, 2, 1. Вот сейчас должно быть веселое выживание. Кстати, следующий раунд можно будет менять свойства машины. Так что ролик досмотрите до конца, потому что в конце ролика мы скинем в эту здоровую яму гигантскую ядерную бомбу. Ты че? Смотрите, автобус не смог утолкать. Не-не-не, чувак. Это так не пойдет. Что с Беласом творится? Хорош. Давайте Белас. Классно, выживаем. Ого, автобус несет прям в центр дыры. Нам тут Белас не нужен. КамАЗ, смотри, как я тебя делаю. Ой, блин, ты сейчас сам упадешь. Нет, 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 я не упаду, потому что я профессионально езжу.
Сейчас я тебя скину, давай. Не, давай, попробуй, скинь меня. Давай, давай, я еду. Так ты догони меня сначала. Упал, кто-то первый улетел вниз. Нет, не улетел. Живой. Да ладно, да как? А он уже не выйдет. Выйдет, да? Хорошо. Смотрите, я показываю смертельный номер. Ой, автобус трется. И скорость падает. Надо выезжать, очень опасный момент. Давай, автобус, давай, давай. Езжай. Сзади Кирилл едет. Так, надо развернуться в другую сторону ехать. Бум! Есть контакт. Едем в противоположную сторону, чтобы пацанов таранить. Давай. На! Тихо! Стоп! Стоп! На, нет! Я еще езжу. Лазу очень сложно, потому что... Ой-ой-ой! Машина моя! Автобус загорел! Да нет, я не хочу умирать первый. Так нет, это было в первом раунде, во втором уже не считается. Пацаны, давайте ближе к центру едьте дыры, чего вы боитесь? Это ж неинтересно, скучно просто ездить по краю. Смотрите, что я делаю. Это самый опасный момент, который можно сделать на автобусе. Сейчас ему пойдет, смотри. Я вижу, у меня скорость падает, автобус заглыхает. 38, 40, скорость набирается. Я знаю, мне надо его поднять. Нет, нет, что ты сделал? Ты заразу! Нет, ребята, нет! Нет! Бум! Есть человек, да, осталось? Белазник съезжай. Надо Белаза скинуть. Согласен. Кто-то гравитацию увеличил. Давайте реально Белазника скинем. О, давайте еще увеличим гравитацию. Сюда иди, Белаз. Ой! Да я, блин, нолик случайно добавил, я не хотел. Меня будто... Ничья. Не, ну, гравитация выиграла, понимаете? Так, все, можно, ребята, брать любую машину и менять ей свойства. Опа, на гравитацию, Дима. А, да, на... А дайте попробую с такой гравитацией поехать. Невозможно. А, машины не хотят ехать, да? Так, свойства все-таки я, наверное, поменяю. Ну, давайте проверим, при такой гравитации я смогу приподнять машину? Даже интересно. О, машина приподнимается, кстати. 3, 2, 1. Ребята, гравитация 2000. Я не знаю, как она измеряется. Но сейчас, мне кажется, кто-то первый умрет, кто туда подъедет ближе к центру. Будет просто затягивать. Это черная дыра в реальной жизни. Так, давайте постоим, посмотрим, как пацаны вообще играют. О, первый ушел, смотрите, все, он попал в то место, когда уже не выехать. Второй, еще один! Блин, ребята, ну это настоящая черная дыра, затягивает всех. Кирилл Геймер ушел. Сахар ушел. О, блин, меня тоже тянет. Нет, 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 я хочу жить. Нет! А, вот так ты со мной, значит? Сейчас я тебя скину. Нет, 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 смотрите, как колеса выкручиваются, все равно тянет в ту сторону. Я не могу ехать. А что ты не можешь ехать? Ты пытайся. Может, назад можно. Вот это мне кидает, потому что гравитация 2000 и рессоры на всю максимум подняты. И такая устойчивость у машины дебелая, просто. Смотрите, как я лечу. Даже прыгать нормально не могу. А что ты стоишь тут, Фокси? О, давайте поможем Фокси. Тихо. А что с машиной? Дима, нельзя. Нет, только назад затяг... сможешь. Нет, блин, мне... Нет, снимай. Меня затянуло. Есть, я выехал. Так, давайте Фокси... О, гусанек залетел. На, давайте все-таки мы его протараним. На. У меня машина пердит уже. Дима, ты с нами улетишь. Нет, я не улечу с вами. Да блин, отцепись от моей морды машины! Из-за того, что ты впереди стоишь, ты меня тянешь вниз! Блин! Так, ну что, последний раунд при обычной гравитации стандарта. Ну, теперь можно свойства машины любые менять, какие хотите. Ой, блин, если бы я еще знал, как менять эти свойства. А ты учись. Так, ребята, я вам показываю лайфхак, как менять классное свойство. Мы здесь меняем... А я не буду говорить, что я меняю. Самые читерские. Самые читерские. Чё, читерские, это не? Вот. Смотрите, какая машина у меня стала. Так, ну больше я не вижу смысла что-то менять. Хотя для прикола можно скорость увеличить, но машина и так очень быстрая. О, давайте это тоже увеличим. Ой-ой-ой-ой-ой. 3, 2, 1. Раунд начался. На тебе, щенок. Сюда иди, ладно, да не, не получится. Ого, вы что, неадекватные что ли? А ты вы проси. Да тихо, камазист.
Так, что еще, никто не упал? Так, ребята, показываю смертельный номер. Надо приподнять машину, у меня из-за того, что сильно машина низкая, бьюсь я. О, машина живет еще. Так, я могу зацепить вообще с любой точки. Грузовик улетает вниз, я вижу. Смотри, сейчас он умрет. Отстаньте от меня. Блин, из-за этой воронки такая оптическая иллюзия. Да, это круто. Так, ребятушки, показываю смертельный номер. Давай. Ну, отстаньте от меня. Смотри, я еду по вертикальной стене уже. Во! Смотри, 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 я выйду. Ребята, вот это прям вообще опасно, но я постараюсь выехать. Выезжаем, правее берем, еще правее. Вот это было опасно, я знаю, что там точка невозврата, если я умираю. Я смог. Ребята, это был очень опасный момент, но я для вас показал его. Как это вообще круто все смотрится. Гусарик, ты живой еще? Да, я живой, я еду. А на какой машине ты ездишь? На лоурайдере. А, который тебе сейчас тиранули в передок? Опа, все, сейчас машина-то свалится. Нормально живу. Надо тебя тарануть разочек. На. А, тихо, 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 тихо. Разгоняемся. Есть, есть, я выехал. Ну, надеюсь, этого чувака я скинул вниз. Да, есть, Дэн улетел. Ребята, не зря пожертвовал своей машиной и жизнями на тач. Гусонек, тебе помочь? Да я уже сам все. Ну, давай, падай, сделай вещи. Так, сколько нас осталось? Трое. Четверо. Четыре машины. Блин, у меня жизни мало. Как же кого-то скинуть? Чуваки диван поставили, смотрят просто. Поедем. Привет, привет. Сейчас еще один свалится. Смотрите, все. Точка невозврата пройдена. Он уже ничего не может сделать. Красиво падает. Тихо, тихо. Ого, у тебя машина. Ну, давай на перегонки. Три, два, один. Погнали. Я не буду один, потому что я могу перевернуться. Просто. Ай, блин, а я врезаться могу. Че, он упал или нет в яму? Я так и не понял. А че у него с машиной? Она как не валяшка у тебя какая-то рахитная. Да, еще один улетел. А нет, не улетел. Кто это мной гонится? Отстаньте, пожалуйста. Дима, стой! А, нет, 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 чувак, я его так вот сделаю. Так, таксист уже горит, та машина горит. У меня есть все шансы этот раунд затащить. Я это сделаю, ребят. Я сейчас хочу выиграть. Не надо. Ну, выехал все-таки, молодчик. Так, а у него горит движок, отлично. У меня жопа горит. У этого не горит движок, тоже машина коптит, как у меня. Че, вы, пацаны, не собираетесь падать? Не-не-не. Надо тогда что-то делать, предпринимать. Не надо. Так, едем. О, все, еще один упал, пацаны. Смотрите, он уже не выйдет. Так, сейчас смотрим, никнейм загорится его или нет. Все, All TV слился. Ну, пацаны, давайте, вы вдвоем упадете. Есть, я победил. Я так радуюсь, как дурачок. Попадались. Да ладно, пацаны, я не верю вам. Не говори так. Ну, хоть один раунд я выиграл. Реально, ребята, так приятно очень. Так, как я и обещал, мы сейчас в эту черную дыру будем скидывать мощную бомбу. Вы готовы? Смотрите, что мы делаем. Мы залетаем прям четко на этой большой дырой. И скидываем. Один, два, три. Отходим и наблюдаем этот мощный взрыв. Карта очень большая. Я ловлю, Дим. А где бомбы? Вот они летят. А я четко их в дырку закинул? Нет. Не, нормально. Летели. Мы поймал. Офигеть, все поглотило. Давайте тогда вниз спустимся, посмотрим. Что-то вообще внизу творится. Ой, там радиация нереальная. Нафиг, а? Так, я сейчас еще одну скину, только более мощнее бомбу. Только я не вижу, как ее сбрасывать. Ничего не видно. А вот, вот, все. Так, ребята, скидываем бомбу, которая имеет намного больше взрыв. Отлетаем и смотрим. Черный дым просто с этой дырки летит. Че бомбы криво летят? Объясните ситуацию мне это. Ну, одна прям четенько. Да, я видел. Они прям по голове. Ничего. Ну? Бум!
Если вам нравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока. Пока. Всем пока. Пока.